В России на законодательном уровне предложили закрепить понятие ментальной инвалидности. Инициатором выступил замминистра труда и социальной защиты Григорий Лекарев. Об этом он рассказал на площадке «Социальная инклюзия лиц с ментальной инвалидностью. Люди как люди» Российского инвестиционного форума в Сочи. Лекарев заявил, что в России необходимо закрепить понятие ментальной инвалидности, которое бы четко определило эту категорию. Он рассказал, что среди граждан в данной категории есть люди с совершенно различными особенностями, что тоже следует учитывать при предоставлении услуг. Также Лекарев напомнил, что законопроекты о реформировании психоневрологических интернатов будут подготовлены в этом году и приняты через год. Под понятие ментальной инвалидности попадает целый ряд нарушений умственного и психического развития: шизофрения, эпилепсия, аутизм, дефекты речи, умственная отсталость, органические поражения центральной нервной системы, генетические заболевания, клиническая депрессия, деменция и многое другое.